друзьях, и всем привет, с вами Капанда. Сегодня играем в Roblox в режим, я его назвал «Просочись сквозь стену движущуюся». Вот смотрите, у нас есть чувак, он сейчас будет, ему нужно просочиться сквозь дырочку. Либо подпрыгнуть, либо присесть. Мамочки, а что-то еще ее и глючит так, но он вроде справился. Там либо можно отклоняться влево-вправо, либо приседать, либо прыгать и так далее. Давайте подождем, пока буду участвовать я. Я еще тут особо не играл, поэтому я, ну, басик. Во, смотрите, мы, короче, появились на этой дорожке. Тут стоим мы, а там нужно пропрыгнуть, либо встать просто. Давайте вот здесь встанем. Я хочу просто стоять, я не хочу прыгать. Фу, мы вроде пробежали. Е, клево, я с двумя девчонками. Девчонки, привет. О, еще и паренек у нас на... Все, мы вроде все пропрыгнули, все было прикольненько. О, все что ли, так быстро? Я думал, мы будем играть до тех пор, пока не помрем. Давайте глянем, кто будет следующий играть. Кто будет прыгать сквозь стену. Так, а следующее у нас появляется режим соло вол. Короче, будет один эго. Давай, давай, пропрыгивай, дружище. Прыгнул. Ей, его срубило, смотрите. Его срубило, он не смог прыгнуть через печеньку. А, это же с улицы Сезам, который говорит, окей, печеньки, печеньки, печеньки. И прикольно, мне нравится этот режим, потому что он смешной. Здесь можно поржать. Мне нравится режим, где можно поржать. О, смотрите, теперь я выступаю. Так, только нам тут не лохануться. А то я сейчас могу с этой толстой жопкой не пролезть. О, доктор кто? Я этот сериал не смотрел. Так, наклониться туда-сюда, сюда-сюда. Наверное, мне можно просто вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Е-е-е-е, я пролез. Я вроде немного кушал. Попочка у меня не толстая. Не-не, нормуль. Я сегодня много съел, конечно, но мне на этом не отразилось. Е, круто, спасибо, друзья, спасибо. Я старался. Даже ничего требуется-то от меня не надо было. Я просто взял и постоял. Даже прыгать не надо было. Давайте глянем, что будет следующее. Так, а кто у нас следующий? Следующий должен пролететь как Марио. Вот здесь, прям между этой штучкой. Можно просто стоять, даже ничего не надо делать. Только не шевелись, товарищ. Е, он сделал этот, он просочился как Марио. Прямо вот здесь, между этих двух труб. Хлобыська, вот там вот, смотрите. Бенчик и пролез. Это было несложно, да. Даже прыгать не пришлось, прикольно. Давайте глянем, что будет дальше. Вау, смотрите, а следующий режим нужно прыгнуть через эту дырку. Давай, чувак, мы в тебя верим, прыгай. Это было печально. Это было больно. Прям по носу ему зарядило. Он не смог пропрыгнуть. Но зато было весело. Если честно, было весело. Короче, эта штука ему по башке ударила, он свалился. Нужно было просто жмякнуть, чтобы прыгнуть. Но не факт, чтобы небо такая попалась, я бы прыгнул. Поэтому не будем смеяться, будем дальше смотреть. Следующий Спанч Боб у нас здесь. И ему нужно встать левее. Давай, чувак. Давай, пролетай. Есть, он пролетел. Все, нормуль. Фу. Круто, это было клево, это было просто офигенски. Он просто взял и здесь прошел. Смотри, здесь у них высота есть 1 и высота 2. Это доктор кто? Кстати, как и у меня было. А дальше у нас командная игра. Их четверо, они встают. И смотрите, им нужно прыгнуть через этот смайлик, наверное, да? А, нет, им нужно вниз прогнуться. Давайте вниз, ложитесь вниз, ребята, вниз. Капец. Короче, двое вниз легли, а двоих просто смело. Этот смайлик их сожедараков. Жалко, что меня не было. Я бы хотел бы тоже поприкалываться. Я сначала думал, что ему нужно было бы запрыгнуть в рот. Нет, оказывается, нужно было просто лечь. А что вы заглючило? Ну-ка, тут что-то заело. Ну-ка, давайте поможем ему. Толкай. Вау. Следующая игра вместе со мной. Смотрите, только бы не налажать. Так, нам нужно по центру встать и лечь. А лечь можно нам вот на эту кнопку. Так. Опа, ложимся. Фу, вроде пролетели, нормуль. Ха-ха, я это сделал. Это было прикольно, стенка нас не забила. Мы ее очистили. Да, е, круто. Было прикольно. Так, у нас команда синих. У нас 20-20 счет вообще-то. Тут же у нас командная игра. Здесь можно и на командную играть. Еще есть и соло здесь. То есть тот-то один играет. Так, и следующий режим. Чувак будет просачиваться под этим чувачком. Это, кстати, чувак из Гриффинов, по-моему. Ложись, есть, он просочился, смотрите, прикольно, он это сделал. По-моему, это Гриффины, я уже не смотрел этот давно сериал, если что, поправьте в комментариях. Короче, он лег на буковку Е и просочился прям, он это сделал, это было прикольно, молодца, чувак. Так, и следующий раунд Эго 6664 будет прыгать через миньонов. Ну-ка, давай, дружище, прыжок.
Он вниз сделал. О, он просочился, кстати. А они какие-то были странные, мне казалось, надо было прыгать через них. Они какие-то прозрачные. Ну ладно, он сделал, молодец, он устоял. Смотрите, он просто взял и устоял. А я бы думал, бы нужно было где-то вот здесь вот прыгнуть. Ну красавчик, наверное, он просто не первый раз играет, да? Я-то играю здесь первый раз, поэтому здесь я, ну бас. А здесь следующий у нас играет FixPlay. Давайте глянем, что нужно будет ему. А, понятно, опять у нас миньоны, но нужно будет просто посерединке постоять. Главное, не шевелись, чувак, не шевелись, не шевелись. Зачем он прыгнул? Он прыгнул и выжил, обалдеть. Он взял, рискнул своей жизнью, он прыгнул. Сюда мог бы лобешником удариться и упасть в этот бассейн, но он не стал этого делать. Точнее, он стал прыгать, но не стал падать сюда в бассейн. И он выжил, обалдеть. Я не знаю, как у него так получилось, но это было круто. Ладно, давайте посмотрим, что дальше. Дальше у нас играет Сэм. И Сэм будет прыгать наверх, уже не проканает просто так стоять. Давай, Сэмик, мы в тебя верим. Сэм, 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 прыжок. Это что такое было? Он просто взял, вниз сел и проехал через вот эти штуки. Почему он вниз не упал, я не понимаю, а? Это было просто офигенски. Ему нужно было прыгнуть, он просто сел и выиграл. Может быть, нужно всегда просто не прыгать, а просто садиться. Когда ты садишься, у тебя сразу же... О, нифига себе, а следующий режим у нас Олаф. Нужно пройти как Олаф. Ну-ка, встань быстро Олафом. Оп-оп-оп-оп. Есть, он прошел. Это из мультика «Холодное сердце». Это Эльза и Анна, а посередине это снеговик Олаф. И он такой стал Олафом, пусть втянул свой и просто просочился. Это было прикольно, мне понравилось. Воу, а теперь моя очередь. Я здесь, я там. И здесь у нас есть смайлик. И я знаю, что под смайликом нам нужно просочиться. Это будет довольно-таки просто. Раз, два, три, четыре, пять. Ложимся. И пролетели. И это было прикольно. Ну, не особо сложно, но я уже просто знал. Потому что мы уже так играли. Да, прикольно, прикольно, прикольно. Спасибо, ребята. Это было офигенски. А следующий у нас на очереди Спанч Боб против Пакмана. Что здесь нужно сделать? Я даже не знаю. Нужно, наверное, правее и вниз, вниз, вниз. Есть, молодца. Молодца, красавчик, он просто взял, нагнулся. Он даже не просто ничего не делал, он просто лег спать. Я думаю, зачем я буду играть? Я просто лягу и посплю. Он лег спать и выиграл. Это было просто бомбически. А у нас 40-40, мы идем вровень просто. Команда синих и команда красных. Но прикольно, мне уже нравится этот режим, потому что здесь можно играть как соло, так и в команду. Вот, про что я говорю. Теперь мы играем в команду. Давайте, давайте, ребята, не подведите, будем вместе здесь прыгнуть. Давайте я встанем лучше вот здесь, где я стоял, здесь и будем стоять все ко мне. Лучше аккуратненько пройти, прыгай, дружище. Кто-то не смог маленечко, кто-то много ел, да? Кто много ел? Короче, мы не затащили этот режим, ну ладно. Зато мы встали. Я здесь постарался постоять. А как мне было интересно туда прыгнуть, где самый крайний был, самый правильный. Нам вообще много прыгать. С разбегу. А теперь команда синих будет прыгать. Давайте глянем. Ну-ка, запаритесь, запаритесь, запаритесь. Ладно, я шучу, ребята. Конечно, вы тоже проходите. Сейчас они, наверное, максимально станут на букву L. Просто встать. Давайте, вставайте, вставайте, вставайте. Только не прыгайте. Короче, как обычно, один запрыгался у них. Кока-кола, дружище, я тебя знаю, тебе отдельный привет. Да я вообще-то вообще практически всех знаю. Всем отдельный привет, всех категорически приветствую. Режим, кстати, прикольненький довольно-таки из-за того, что здесь нужно соревноваться. Мне нравятся все режимы в роботе, где нужно соревноваться. Где не просто нужно там побеждать просто, а именно соревновательный, где есть момент. Вот, в общем, был такой режим, мне он очень довольно-таки понравился. Может, мы его и на стримах, кстати, включим, поиграем. Будет, наверное, прикольненько. Все, друзья, с вами был Капанда. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.